Вы продаете чье? Свое, домашнее, Александр как Григорьевич. Свое? Мы держим своих коров. Вот у Лены две, у меня две. Мы сохраняем традиции наших бабушек. Вот это адыгейский вот такой сырочек, так? Как сливочный. С чесночком, с укропчиком, с цукатами. И стараемся сегодня удовлетворить покупателя. Они просят вот заводские, сычужные сыры, так? Вот сулугуни сычужные научились делать. Добрый день. Добрый день. Да, Григорий. Пчелиный. Очень вкусно. Сколько у вас пчел у семей? 25 семей. 25. А у меня 45. В Александрии только. В этом году, говорят, очень хороший мед. Я не знаю, да, какой. Здесь у нас много туристов, паломников, поэтому и покупают мы, это, да, мы имеем возможность реализовывать нашу сувенирную продукцию. Хотим вам вручить сувенирный оберег домового от нашей Славородской земли. Это в доме надо поставить, да? Да, конечно. Спасибо. Ну, здорово вы сделали, конечно, шикарно. Таких корнисток опять Республики Беларусь. Вот чем наша уникальна, что вот у нас до 300 тысяч человек уже оборачивается на праздник Маковей. И вот это все паломничество уже Министерством культуры рассматривается как нематериальная историко-культурная ценность Республики Беларусь. Правильно. До сих пор еще никто не установил, насколько она глубока, откуда берет начало. То есть это восходящий исток, таких мало очень крыниц. Прекрасное место. Добрый день. Вон, смотри, не выдерживают. Они уже стоят полдня здесь. Да нет, недавно. Да. Традиция аж 3 раза перейти, поэтому четко соблюдаем. Хорошая, поэтому приятно, комфортно. У меня ж дома такая. В Александрии. Да. Вы не были там? Нет, не были. Вот когда-нибудь заедьте. Здесь, конечно, шикарное место, а там внизу ходишь. Ручеек был когда-то. 100 лет криницы мы ее откопали недавно. Ну, фотографии очень красивые. И труп даже нашли там. В общем, ходите, ходите. Спасибо. С запасом ходите. Не 3 раза, а побольше. Люди уже не едут ни на берег турецкий. Здесь же есть и в Беларуси, куда приехать. Да, конечно. С председателем говорю, вот сюда надо приезжать от пандемии лечиться. Мед попробовал, окунулся. Что значит спасти деревню, малые города? Если бы мы загубили, вот этой красоты бы не было вообще. Белый, да? Самый вкусный мед. Очень вкусный. Это рапсовый, да? Да, это рапсовый. Здорово. Я не думал, что рапсовый белый. Очень хороший. Вы делаете великое дело. Спасибо. Мы будем вас всячески поддерживать. И мед, молодцы. И все, и птицу разную работаем. Работаем. Что в деревне не жить?